Что ж, все запасы готовы. Осталось ждать, как только наш айсберг отколется от Антарктиды. Что-то меня укачивает. Только не это. Айсберг все-таки откололся от Антарктиды. Надо срочно будить остальных и идти в бункер, потому что мы его построили на случай, если такое произойдет. И это как раз таки и произошло. Срочно, вставайте! У нас ЧП! Айсберг откололся от Антарктиды! Что случилось? В смысле айсберг откололся? Надо тогда готовиться. Давайте прямо сейчас будем ловить рыбу и позже спустимся в бункер, который мы построили еще давно для таких случаев. Надо торопиться, пока не поздно. Ковальский, что там с антенной? Когда ты ее уже доделаешь? А то метель все усиливается и усиливается. Мне кажется, она будет настолько сильной, что наши иглы будут просто ломаться. Поэтому давай как-нибудь быстрее, пожалуйста. И да, как только доделаешь антенну, сразу спускайся к нам. Хорошо, антенна почти настроена, и мы наконец-то свяжемся с другим концом деревни, а то по такой метели пешком к ним идти совершенно не хочется. Хорошо, как только доделаешь антенну, подавай сигнал другому концу деревни. Пусть приезжают и привезут запасы, будем выживать. Папа, я переживаю за маму, надеюсь, мы ее найдем. Не волнуйся, она найдется. Значит так, я на охоту, никуда не уходите. Не волнуйся, мы твою маму обязательно найдем. Интересно, как там Ковальский с антенной? Надеюсь, он ее уже починил и скоро отправит сигнал к другому концу деревни. Ты кто? Не надо, не надо! Значит так, пару минут назад нам поступил сигнал с другого конца деревни. Прямо сейчас нам нужно выезжать на другую сторону деревни. Поэтому загружаем еду в грузовик, приедем и зайдем в бункер.